О, это же Дани. Мы никогда не достроим этот лагерь. Рома не найдется. Что делаем дальше, Испада? Есть предложение? Вы не слушаете! Не слушаете! Закройся! Нападем на плантацию Хосе? Все, хватит с меня, Сингао. Ты ничего не сделаешь? Он это заслужил, Дани. Вот кусты Севантеро. Нет! Твой брат предал нас. Си, и всю жизнь будет за это расплачиваться. А ты готов сам признать свои ошибки? А ты, Камила? Я выбрала Кастильо. Потому что с Вивиром мы бы точно разбогатели. Я не верила в вас. Совсем. Винила вас в том, что вы не бойцы. Но папа был прав. Вера должна быть взаимной. Если вы хотите схватить Хосе, надо атаковать его табачные плантации. Мы уже попытались. Нет, все плантации сразу. Выманить солдат, охрану. Умно. К счастью, Фили все предусмотрел. Мы с этим разберемся. Круть. Давайте разделимся. Ударим по КПП, блокпостам и прочему. Раз и все. Потом махнем на авиабазу. Ну хрен ли вы тормозить? Далее. Я рано составил финаль, Роберто. Аста финаль. Напалмушек. Железная птица, адский огонь и надежда Запада. Ты летал на нем? Нет, ты что? Я высоты боюсь. Буду ветром под твоим брюхом. Отжарь Хосе, а я за тебя поболею. А, герой. Подруби мой музон. Магия Фили, детка. Посмотрим, что там у тебя, Фили. Магия Фили! Фили, мать твою! Повстанцы все готовы? Перекличка. Санчес, готово! Торрес, я здесь. Напалмышек. Полет нормальный. Тирано, готово! Артега! Погнали! Так, выманим солдат Хосе с авиабазы, а затем жахнем по нему так, чтобы имя свое забыл. Вперед, отожжем! Эсо! Эсо! Мы с напалмушком одно целое! Почувствуй ритм, героиня! Почувствуй его! Фили, блин! Охереть! И правда работает! Фили, ты долбанный гений!
Рука! Крутяк, Фили! Тебе такое, Эль Пекеньо. Но это еще не все. Внимание, пилот! Вы вошли в бесполетную зону. Немедленно приземлитесь. Что? О, да! Да! Почти закончил. Вот так-то. Конец, Вивира. Ты следующий, Хосе. Надо добраться до аэродрома. Артега, доложи обстановку. Никого не видно. Пошли, пошли! Мы к югу от базы. Все готовы. Стрелять-то можно уже или как? На 3 часа. Открыть огонь! Вижу слева Камемьерда. Берегитесь! Оставайтесь на позиции, ни шагу без моей команды. Заходим с севера, застанем их врасплох. Ну же, Компайс, вперед!
Транспорт скоро будет. Hola. Hola. Эспада, ты в норме? Си, тащи сюда свой зад, живей. Скоро буду. Я почти на месте. Где наш генералишка? Один из повстанцев видел его на диспетчерской вышке. Ясно. Отправляюсь туда. Снайпер! Ладно!
Эй, его здесь нет. Конью, ты уверен? Может, этот Камимьерда где-нибудь прячется? Нет, он... Йода-Бута. Я отвезу тебя в одно чудесное местечко вблизи побережья Яры, на свой личный остров. Ты будешь наслаждаться закатом и океанским бризом, граната! А я ссать перерезанные глотки тех, кто тебе дорог. Не пинга! Ваша революция – пустая затея! Кастильо – истинные яванцы! Нам суждено править! Такова наша судьба! Внизу! Вот там! Я никого не вижу! Сначала я тебя прикончу, а потом протащу твой труп по улицам Эсперансы. Не сиди, камень, притой, а команда! Я генерал Хосе Кастильо! Я убийца! Я лев! Ah!
Убьешь ее, дам миллион. 2 миллиона!
Гинеранские сигареты. Я думал их не достать. Антон меня любит. Его солдаты трахнут и прикончат каждого из вас, поганых Монтеро! Не вижу здесь Антона. И друзей твоих тоже не вижу. Знаешь, папа вручил мне этот клинок, когда мне было 7. Научил метать его, убивать им. Мы с отцом похожи. Ты смогла похоронить то, что от него осталось? В этом клинке не чувствуется мощь Яры, правда? Ты забрал мой дом! Моего отца! Пора что-то отдать! Нос Бемос, Наполеон Эль Пекеньо. Да, ощущения не те. Умница, Чоризо. Алих ушел. Опять. Но это его выбор. А папа? У него был выбор. Он даже не видел наших побед. Будь он здесь, никаких побед бы не было. Как же! Королеве Либертат лучше знать! Я знаю, что он не передал бы тебе ни ферму, ни лагерь. Но ты же справилась. Эспада, ты нужна лагерю. Ты очень нужна, Либертат. Помоги нам, наконец, покончить с Кастильей. Она права, Эспада. Сейчас у Запада нет будущего. А у Либертат нет будущего без Запада. Монтеро не жмут рук. Мы пьем. Ну, за Монтеро. За будущее. Если есть что сказать, скажи. Зачем мы здесь? Хаса тебе не нравился. И? Он вел себя мерзко. И? И был слаб. Мипапа говорил, Бог дарует победу лишь львам. Религиозно. Мипапа любил Иисуса. Он говорил, Иисус мог бы стать отличным президентом Яры. Милый Антон, никогда не забывай, что Иисус был львом и агнцем. Правь строго, но сочувствуй страданиям других. Ты веришь в это? Когда его убили, нам с твоей бабушкой пришлось выживать одним. Ее ужасно раздражало, что отец так любит эту фразу. Ужасно. Да? Да, ведь он ошибался. Быть и львом, и агнцем – чушь. Она говорила, Антон, есть львы и есть овцы. Правь или повинуйся. Кастильо – это лев, а Яра – полна овец. Я мало о ней знаю. Она всегда была такой сильной и умной, но в те годы женщине с ее цветом кожи не дали бы править. Ми-папа был агнцем. Как и Хосе. Зачем мы здесь? Просто ты лев. А овцы – наша добыча.
Запад страны свободен благодаря тебе. Но нам нужно развить этот успех, иначе революция обречена. Максимус Матансас и легенды нуждаются в твоей помощи. Я знаю. Спасибо, Клара. Здесь вся движуха! Серьезно! Срубите деньжат, заведете друзей, наживете врагов. Будет что вспомнить! В общем, Михито, расклад такой. Я местный чемпион по петушиным боям. Эй, реально, что ли? Ебала? Ладно, мы с Газдито как-нибудь переживем. Иди-ка сюда. Клара, я рядом с Элесте. История повторяется. В каком смысле? В этих местах рождаются легенды, Дани. В Элесте началась революция 67-го. Повстанцы под предводительством Эль Тигры, Фартовой, Лоренцо и Лоба свергли отца Кастильо, Габриэля. Теперь все повторяется с Либертат. Они знают, что я иду с хорошими новостями? Эль Тигре очень, очень взволнован. Честное слово. Эль Тигре? Да. А ты мальчишка, о котором говорила Клара. Избранный Либертат. Я не мальчишка. Как?
Конечно. Ты, бебе-тигре, расслабься. Со мной ты точно не станешь новым трофеем, Бенитес. Что за Бенитес? Глава флота Кастильо. Еще та тварь. Любит вешать предателей, чтобы про них знали во всем Элесте. Пай-караху. Что ж, я сейчас в Элесте. Чудесно! Чудесно! Что? Веселые ночи? Вчера ром и кола текли рекой, бебе-тигре. В основном ром. Бывает. Я скину тебе несколько фоток, чтобы ты нас нашел. Это типа... краб? Си! Позвони, как доберешься, и возьми скалолазную снарягу. Давай, лезь на гору! Мы уже заждались тебя, бебе-тигре. Тигры, я у вашего граба. Очень креативно. Лоренцо художник, а мы, повстанцы, похожи на крабов. Чем?
клешнями? Они идут к океану, чтобы дать потомство. Мы пришли из океана, чтобы дать миру La Revolution. Си. Понятно. Держись тропы, что ведет наверх. Путь очень легкий. Повстанец должен быть ловким, как коза. Коза? Только что крабы были. Алло, Пинга. От водопада открывается такой вид. Спина 67-го – это история. Баба Коню! Бабушка говорила, если пойти за водопад, то окажешься на тропе, которая ведет в тайный лагерь легенд. Легенд? А они еще живы? Кто как говорит? Похоже на водопад с фотки Эль-Тигра. Надо туда забраться. Я у водопада с фотографией. Ее сделали после кровавой битвы. Мы 3 дня прятались, и не зря. Смогли убить целый взвод парашютистов. Лучшие... лучшие друзья повстанца. Ум и терпение. Связка гранат тоже пригодится. В тот день водопад стал красным. Ну, от крови. Тех солдатов, что мы убили. Потому что их было много. Да, понял. Легкотня, говорил он. Будь как горная коза, говорил он. Пинга. Какой же тут вокруг покой. Козы. Тоже мне. Черт. Тигры. После войны эта тропа стала любимым маршрутом потных туристов. Они приходили в наш лагерь, мусорили и фоткались с нами, будто мы звери в зоопарке. Так что мы могли случайно взорвать там пару динамитных шашек и случайно заблокировать путь. Тогда мне придется случайно расчистить его. Точно! Быстро схватываешь!
Тут легко спрятаться. Никакая армия не найдет. Вот херня. И влажность высокая, и воздух разреженный. Берегись внизу. Я на месте следующей фотки. Дай угадаю. Повстанцы, как акулы? Хищники с острыми, как клыки, кинжалами? Да нет, просто камень похож на акулу. А кто это болтается снизу? Это фартовая. Мы не знали, когда на лагерь нападут солдадос. Пришлось прокладывать быстрые маршруты вверх и вниз. Фартовая всегда вызывалась проверить, все ли надежно. Смело. Так и ты не из трусливых, мне Клара рассказывала. Знаешь, я тоже рос без родителей. И все равно стал легендой. Ха-ха-ха. Многие повстанцы-сироты, Бебе Тигре. Нас определяет не семья, а поступки. Как психотерапия. Эль Тигре, я у статуи. А, Лобо, революция... Нер, боец, мой близкий друг. Он погиб в бою, когда мы штурмовали эсперанцев в 67-м. Вчера как раз была годовщина его смерти. Ясно, с чего ты похмельный. Каждый год в этот день я выпиваю две бутылки рома. За себя и за Лоба. Ни он, ни я так и не увидели Яру свободной. Больше фоток нет. Фелисидадес, ты на вершине мира. Спускайся сюда, а то все веселье пропустишь. Да? Когда? Года два назад. Два года? Да! Ола, дорогуша. Здорово. Эль Тигре! Ола Дани! Какого? Ты в ловушке. Смерть смотрит тебе в глаза. Что будешь делать? Меня кучу раз били по яйцам, я их 72-го не чувствую. Не делай так больше! Что? Микаса и Сукаса, Бебе Тигре! Пойдем, познакомлюсь с семьей. Фартовая, мне сломали нос! Я тебе не мамочка. Есть люди, которым и правда нужна помощь. О, но я страдаю. Эй, полегче! Герпес не в счет. Это Лоренцо Консека, поэт-легенд. О, я чую горячую кровь бойца. И, конечно же, фартовая, сердце-легенд. Он не сломан. Разве? Я слышал хруст мьерда! Новый пациент? Хм, похоже, из Ла-Мораль. Я Дани Рохас из Либертат. Новый кулак революции! Нет, я от Клары. Либертат просит легенд о помощи. Люди верят в вас. Сражаться с Кастильо? Яра полностью его заслуживает. Буэна суэрте. Прости, хватит с нас революций. Видать, Клара ошиблась. Не расстраивайся. Им нужно получше тебя узнать. Ты приходи, как освоишься. Бэби Тигра.
все теперь другое. Ты о чем именно? Клара, я встретился с легендами. Только Эль Тигра согласился помочь Либертаде. Есть люди, которые... Сделай все, что потребуется, чтобы они к нам присоединились. Людям нужны герои. Надеюсь, легенды все еще хотят ими быть. А мы типа победили? Ты не пьян? Подойди. Обниматься не... Буду, обещаю. Нет. Для них это тренировка. Чего для меня тебе? Жизнь. Здравствуй. Сюда, я не кусаю. Почему бы не сы... Вот костяшек берегись. Садись. Отдохни от сражений. Давай сыграем. Чуэрты. Я пришел на осмотр. Прости. Слышал. Субтитры сделал DimaTorzok.